Случайно это проходит в начале учебного года, в первую его субботу, по сути, после Дня знаний. Я очень хочу поприветствовать сегодня всех самых активных, самых творческих студентов нашего университета. Поднимите руки, кто сегодня здесь на этом арт-пикнике. Ура! Стало доброй традицией Бийскому педагогическому университету удивлять своими мероприятиями, своими студентами, своей энергетикой. Я уверена, что сегодня вот прямо перед нами стоят будущие студенты. Да, у нас есть старички, так сказать, уже старожилы, у нас есть первокурсники. Но я надеюсь, что вот из этой замечательной четверки, к ним присоединятся другие ребята, обязательно будут будущие студенты. Награждается команда Института гуманитарного образования. Так, представители команды, где же у нас свой первый диплом? Второе место получает команда Института естественных наук и профессионального образования. Ну и за первое место в спортивном соревновании, казалось бы, кто должен получить? И пив, да, но нет. И здесь бывают исключения. Первое место все-таки в этом соревновании занял актив университета. Давайте поздравим их, они большие молодцы. Награждается команда Института естественных наук и профессионального образования. Ну и два института поделили первое место. Это Институт педагогики и психологии и Институт гуманитарного образования. Для вас, ребята, молодцы. И не огорчайте своих педагогов, ладно? Учитесь на одни пятерки. Все.